В телеграм-канале городской администрации напоминают, что в апреле начался месячник по благоустройству. Завтра в Самаре пройдет гагаринский субботник. Принять в нем участие могут все желающие. Но убирают город ежедневно. Сотрудники коммунальных служб и МП благоустройства общими усилиями наводят порядок во всех районах города. Администрация Ленинского района напоминает, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая в режиме онлайн пройдет всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Для большего охвата населения информированием о возможности принять участие в голосовании, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, привлекаются волонтеры. На платформе добро.ру зарегистрировано около 36 тысяч добровольцев по всей стране. Глава Кировского района Игорь Рудаков дал старт районного этапа добровольческой экологической акции «Пожиратели рекламы» в рамках проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Самары и Кировского района. Акция стала уже постоянной, ее цель – очистка территории от незаконной рекламы. Добровольцы получили необходимый инвентарь и маршрут закрепления по территории. Департамент транспорта предупреждает, что в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики 12 апреля, с 7 утра до 9 вечера по улице Молодогвардейской на участке от Маяковского до Полевой, будет временно ограничено движение транспорта. Кроме того, с 6 вечера 11 апреля до 9 вечера 12 числа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.